друзья, всем здравствуйте! И на ваших глазах происходит очень интересный эксперимент. В этом эксперименте вы узнаете, почему этот лысый молодой человек не является настоящим человеком. Это просто настоящий демон во плоти, который возомнил из себя какого-то... Ну вот этого было не обязательно делать. Посмотрите просто на этого выпердыша. Друзья, вот если вы хотите проверить, настоящий это демон или нет, просто его нужно вот так подвергнуть высоким температурам. Сначала будут труситься у него ножки, но затем он... Ты меня не пугай, о чертов сын, ты посмотри. Братуха, ну уже вот так куражиться я тебе не советую. Да это уже ты вообще вошел в кураж. Ну вот как можно так смотреть, он уже вообще не чувствует страха. Он просто накакал, расставил ноги на шпагат, стоя на голове. Это как вообще понимать, ты что, с ума сошел? Вот что значит, когда нету родителей дома. Мы себя ведем как хотим, смотрите. В воздухе показал шпагат в своих ритузах проперженных. И думает, что у него в жизни все хорошо. Ну, братуха, не тут-то было, и я из тебя из черта сделаю нормального человека. Для этого мне понадобится вот такое вот воспомогающее вещество. Есть у меня одно вещество, которое делает из чертей людей. Вот, братела, собственно, смотри. Вот такая вот штучка. Но это не значит, что ты должен сейчас так пернуть, что твои ритузы разлетятся по всей квартире. Так, друзья, на раз, два, три я даю ему эту бомбежку-лепешку, а вы за это время должны успеть мне поставить лайк на видео. Итак, друзья, начнем. Раз, два, три. Куда ты залазил? Куда? Че ты лег, как на помине, брателла? Че случилось? Я не понял. До меня дошло. Он превратился в человека. Ладно, братуха, так и быть. Отнесу этот обосранный тапочек, положу дяде Вове под этот под коврик на коврик и постучу ему, скажу: дядя Вова, туки-туки-пуки-пуки. Послушайте, уважаемый дядя Вова, здесь дело такого рода. Я понимаю, что вы не хотите открывать дверь и со мной общаться, но послушайте. Раньше вам лысый молодой человек какал в два тапочка, но сейчас он уже поумнел и какает вам всего в один тапочек. Вот, собственно, я вам его принес. Дядь Вовка, забирайте, я отойду, чтобы вас не смущать. Тетя Наташа, не подглядывайте. Кстати, дядь Вова, я знаю, почему тетя Наташа не хочет выходить за вас замуж. Потому что она всегда смотрит, как вы носите тапочки обосранные. И поэтому ее что-то к вам душа не лежит. Но это... Ладно, это мы отвлеклись от темы. Нам нужно разоблачить этого лысого демона. Посмотрите, разве может нормальный человек в здравом уме танцевать вот такие танцы? Чики-брики, пачик-вики. Бамбарейра, бамбарейра, дабу-дабу-дабу-дабу-да. Видите, ну чертила, ну чертополох лысый, ну хоть ты ему кто. Еще, друзья, эта лысая лань очень любит карабкаться по елкам. Вот сейчас он здесь, как всегда, застрял. И каждый раз, когда я его хочу забросить вот туда на звезду, он жопой спускается по этой елке, бьется лобом об пол и говорит: я хочу какать, отнеси меня покикикать, покакать, пошнякать, какать, мякать. У меня такая какать, как будто мякать. Какая у тебя какать, как будто мякать? О чем ты говоришь? Я вообще не пойму. Стой, не спускай меня в туалет, не спускай меня. Ты можешь сначала там одну штучку, я там спрятал в туалете одну штучку, можешь ее достать? Какую штучку? Ну давай, а что там? Чего? Ты что сказал? Теперь я понял, что ты не хотел спускаться в туалет. У тебя же кактус-то был. Итак, друзья, следующий миф. Подтверждаем эту страшную реальность. Посмотрите, разве могут нормальные люди вот так вот летать и гадить по подъезду? Я вот так его просто, когда людей нету, выхожу вот так, запускаю. Он так летит и какает по всему подъезду, по всей дорожке, вот так. Потом люди, когда возвращаются с работы, они идут как будто знаменитости по красной дорожке, только дорожка ихняя не красная, а коричневая. Да, брателла, но больше всего не повезло нашему другу и соседу дяде Вове. Потому что помимо того, что ты какаешь постоянно в этом коридоре, и он вступает в свое дерьмо скользкое, и вот так плывет, как на санках, к тете Наташе. Тетя Наташа думает, что это такое у меня за кавалер, который приходит ко мне в обосранных каблуках. А это все виноват ты. Но у дяди Вовы не хватает совести сказать, что это все ты виноват. Ну вот представь себе картину. Дядя Вова такой возвращается с работы, как ни в чем не бывало, выходит с вот этого лифта, вот так выходит, бежит быстрее домой, чтобы покушать вкусный борщ, и вот здесь подскальзывается на твоем дерьме, и вот так плывет на своих каблуках обосранных в поносе к тете Наташе, и как дельфин в кольцо дрессированный ныряет вот туда, прямо через вот этот венок. Тетя Наташа уже меняла три раза дверь, потому что она не могла понять, почему он пробивает головой вот эту дырку в этом венке. Каждый раз, когда он обкакается, у него потом кружится голова от того, что он нюхает свои передержи. Если я его два часа не переодеваю, памперсы в новые, у него начинает вот так кружиться голова. Вот посмотрите. Потом я его просто вот так беру, выношу в подъезд вот так, и он сразу же начинает гадить снова дяде Вове под квартиру.
Дядя Вовка, боже, как мне вас жалко, вы такой хороший. Давай тоже, на, тетя Наташа, накакай на коврик. Тетя Наташа, он правда сел вам какать на пакет и на своем скользком говне уже спускается как с горки. А я-то думаю, почему он не хочет, как все нормальные дети, ходить с горки спускаться? А у него же жопа скользкая, он накакает и вот так спускается как с горки по этим пакетам. Вот смотрите, вот. И поехал. Ну, видите, чуть-чуть. Итак, друзья, этот человек еще никогда так высоко не добирался к этой звезде. Брателло, ты уже очень близко, ты уже должен быть давно на звезде. Поэтому мы ему сейчас поможем. Для этого нам понадобится вот такой вот мыльный пистолетик. Мы вот так присаживаемся, и вот так нам нужно производить очень много выстрелов, чтобы он своей лысиной зацепился за звезду. Вот так. Ну, стой, смотрите, получается. Давай, брателло, давай, я тебе верю. Ну. Ты, брателло, ну. Друзья, он был почти у цели. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно напишите в комментариях «Лысое чудо». Лысое чудо новогоднее, вот это да. Кстати, уже Новый год прошел, но все равно ты как чудом был, так и остался. Спускаешь лестничку и смотрите, его просто, его присандалило. Его присандалило, смотрите, как его коматозит. Не хочу в школу, не хочу, из меня вылазит демон. Назови мне свое имя, демон, назови мне свое имя. Нет, я тебе не назову свое имя, нет, я не назову тебе свое имя, нет. Назови свое имя, демон, назови, как тебя зовут? Я не назову, меня зовут Сандерс. Какой Сандерс? Ты же в прошлый раз был другим демоном. Теперь это Сандерс. Но ничего страшного, друзья. Сейчас мы прямо у вас на глазах попробуем излечить его. Попробуем, так сказать, из его душоночки вырвать этого демона. Вот эта бомбежка-лепешка меня еще никогда не подводила. Боже, смотрите, как его коматозит. Это какой... Вауч! Он включил только что телевизор, на секунду, что здесь происходит? Боже, на самом деле это очень страшно, это какой-то кошмар. Назови мне свое имя, демон, Меня зовут Сандерс, только не давай мне, пожалуйста, не давай мне эту передачу, юрепешку-бомбешку. Пожалуйста, не давай. Ну, брателло, уж прости, мои подписчики хотят, чтобы я тебя излечил и чтобы я тебя исцелил. Поэтому, брателло, я хочу, чтобы из своей жопы вылетел дьявол. Ты уж, брателло, не обижайся. Итак, друзья, кто запомнил имя этого демона, обязательно напишите его в комментариях. Так я буду знать, что вы мой преданный подписчик, и вы очень сильно преданно смотрите внимательно мои видео. Смотрите, его просто коматозит, его просто выкручивает. Друзья, посмотрите, он еще обсёртый. Боже, мне кажется, это... Смотрите, как его крутит. Мне кажется, этот демон, это просто самый позорный демон в мире. Потому что вот как можно обосраться и вот так крутиться? Но это уже вообще какое-то сумасшествие. Ну, друзья, мы продолжаем. Итак, друзья, на 3, 2, 1, я исцеляю этого демона, и с его дупы вылетит сейчас какой-то страшный черный дьявол. Итак, друзья, 3... 2, закрою стиральную машину, а то еще вдруг в стиралку залетит. 1, шатат, а где он, он что? Вау, ничего себе, нет, такого я еще не видел, разное было. Ах ты гад, я так и знал, что ты демон навсегда. В общем, друзья, если вы еще очень маленький, то никогда не лазьте на чердак, потому что это может чревато закончиться. Посмотрите почему. Потому что вдруг вы застрянете, на вас нападет пердячка и вам захочется какать. И это будет выглядеть примерно вот так. Он даже не вылазит, он даже не проскакивает, он как торпеда передит. Вот это да, брателло, ты знаешь, мне кажется, нужно еще какое-то зелье. Мне вот интересно, а если я ему дам сейчас укус пчелы, то он разбухнет и вот эта лестница как-то взорвется или нет? Ну-ка, ой-ой-ой-ой-ой-ой, все равно сидит, шея почернела от взрыва, ну то ладно. Сейчас, друзья, мы его освободим, не переживайте. Во, у меня есть вот такой вот пистолетик, нужно вот так вот, вылазь, боже, даже не помогает пистолет. Ничего себе, вот это парящее вещество блокирует выстрелы, ничего себе. Вы представляете, какая у него пердячая аура, что он даже блокирует выстрелы. Вот смотрите, вот, ты представляете, вот это нужно пердеть, как свинья какая-то бестолковая. Ну что ты, помогает, есть, хорош, вот что пистолет животворящий делает, брателло. Конечно, у тебя на лбу единорог теперь, а нет, нормально. Итак, друзья, так как мы освободили уже этого демона, то я предлагаю вам поставить лайк на это видео, написать комментарии, и мы ждем следующую интересную серию, как только набираем 3000 лайков на этом видео. Все, друзья, всех вас обнимаем и поднимаем, и приступаем незамедлительно к созданию новой интересной серии для вас. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, мои родные друзья.